Доброе утро, мои дорогие зрители. Сегодня я хочу вас провести на экскурсию по акцентам. Посмотрите, какая в моду вошла бижутерия, как она красиво смотрится. Это все для осени. Какие яркие сумочки, обязательно маленькие, с акцентами. Эта сумочка тоже с акцентом. Какая красивая бахрома. Платочки. Это неотъемлемая часть этой осени. В моду вошли красивые шляпы. И снова вернулись береты. Поэтому не забудьте, когда собираете гардероб на осень, купить себе такие вещи. Кожа будет самая модная часть осеннего гардероба. Я хочу вам показать еще немножко блузок акцентных, сумочки со старой коллекции, но тоже актуальны еще. И, конечно же, очень будут популярны яркие акценты. Вы не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк. И немножко вам сделаю обзорчик по украшениям. Смотрите, в моде натуральный камень, благородство, богатство, красивая, неналяпистая бижутерия, строгие и оригинальные очки. Опять же, в моду вошли платки, поэтому платки можем добавить в любую часть нашего гардероба. Сумочки и черные актуальны. Очень достойная бижутерия. Посмотрите, как красиво по-богатому выглядит. То есть модно сейчас, сдержанная красота и достоинство. Вам хорошего дня, будьте на моем канале и до свидания. Пусть последние дни августа будут для вас приятными и фантастическими.